еще раз сниму течение между островом и материком. Мне нравится, я стою тут. Капец. Как горная река, а не море. Там где-то. Просто, блин, для моря как-то вообще непривычно. Такое может быть на море, вот такое течение. Капец. Это не горная река, это Черное море. Все бурлит. Легко идти, а против течения, потом уйдешь, там в кармане все купюры намокли. И песок такой зыбкий, зарываешься. Все шикарно, конечно. Так поедешь куда-то в затоку или на Арабатку или в железный порт, Генничес, Кирилловка, Бердичев, там, не знаю, Приморск. Ну там течения нигде нет. Такого, как здесь он. На лодке снимает местный поля.